7 по 9 декабря в рамках международной выставки «Российский лес» в художественной школе имени Владимира Николаевича Корбакова проходил конкурс детского художественного творчества «Лес и человек». Основным спонсором этого конкурса было Вологодское лесопромышленное предприятие «Вологодский лес», который нам предоставил призы конкурсу. В рамках конкурса было представлено 51 работа. Это участники дети в возрасте от 5 до 16 лет. И самое достойное – это 18 человек, самые творческие ребята, сегодня будут награждены дипломами и подарками. Но основная цель этого конкурса – это все-таки экологическое воспитание, привить детям любовь к природе, к лесу, к своему родному краю, к своей малой родине. И судя по тем работам и тому подходу детей, с которым отнеслись к созданию работ, нам это удалось. Конкурс сам по себе обширной очень тематики, поскольку лес для нас представляет собой огромный мир. Там и флора, и фауна, и наша жизнь в этом лесу. Поэтому самые разнообразные были темы, выбранные детьми. Это и то, как они проводят свободное время, идя там с родителями за грибами, там, или просто рассматривая птиц, рассматривая деревья. То же самое они рисовали даже портреты животных, портреты деревьев и просто пейзажи изображали. Это знакомая для них тема, поэтому работы получились очень интересными, яркими, красочными. И, в принципе, очень много детей нашей школы приняло участие в этом конкурсе. Мы очень благодарны департаменту лесного комплекса за то, что они нам такую тему предоставили для работы. Хорошо, спасибо.